пожелать родителям выздоровления их детей. С Давидом наши дети выздоровят, я верю в это. Я 100% уверена. Надо находить возможности, искать спонсоров. Если у кого нет материальной возможности поехать. Я вот сейчас, у меня мечта поехать к Давиду туда, в Израиль, повезти своего сына. И я буду искать все возможности, чтобы собрать эти деньги и поехать туда, в центр Давиду. Даже вот смотря просто эти видеоотчеты, которые отправляет родитель, первые видеоотчеты, смотришь, родители такие все хмурые, грустные. А когда смотришь уже вторые видеоотчеты, прям лица родителей меняются, интонация, они улыбаются. Это тоже очень многого стоит. Еще раз хочу поблагодарить Давида за то, что он есть на этой земле, за то, что он помогает нам, нашим детям, за то, что он нам дает надежду, что наши дети выздоровят. И он 100% может помочь нашим детям выйти из этих ситуаций.